Братья и сестры, мы любим своего Господа. Аминь. Мы любим, но Слово говорит, Иисус говорит в Евангелии, «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Заповеди Его не тяжкие, бремя Мое не тяжко, говорит Господь. И в Слове Его написано, что Господь ищет поклонников. Каких поклонников Он ищет? Поклоняющихся Ему в духе и в истине. Давайте с вами будем поклоняться Господу и в духе, и в истине. Что значит в истине? Поклоняться, как написано в Слове. Поклоняться, как вот в псалмах написано, посреди собрания буду восхвалять Тебя, буду возвещать имя Твое братьям моим. Это несложно. Давайте сейчас будем всем собранием восхвалять Его, будем воспевать Его от сердца, из глубины сердца, чтобы это было искренно, чтобы это Господу было приятно. Хвалу Тебе, Господь. Ты достоин, Бог наш. Благословен Ты, Отец. Мы хотим поклоняться Тебе. Мы хотим прославить Тебя, Господь, от всего сердца, Господи. Да будешь Ты благословен, Господь. Слава Тебе, всемогущий Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за этот день. Благодарим за эту возможность, Господи, славить Тебя среди народа Твоего, Господь. Слава Тебе, Иисус. Наполняй сердца наши Духом Святым, чтобы, Господи, прославление наше было, Господи, в духе и в истине, Господь. Благослови бы, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы очень нуждаемся в Тебе,
Господь, потому как без Тебя мы ничего не можем, Господь. Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Господь!